Чёртов карантин, теперь я буду толстая, как Пигги. У меня сегодня лучшее свидание, кошак, прощай. Мяу, я отомщу. Ой, кто это мне отомстит? Весна, иди гуляй. Ауди, надо за котика отомстить, какой резать? Красный! Может быть, синий? Провод разрезали, ребята. Я вас больше слушать не буду, иначе можно с вами тут сдохнуть. Ребята, что? Я вам сегодня расскажу историю, которая произошла со мной в школе с моей мисс Ти. Подожди, стой, это что, она твоя училка? История, за которую мне очень стыдно, я расскажу ее только вам в этой серии. Не переживай, Балди, я отомщу за себя. Если ты успеешь за 3 секунды нажать лайк, подписаться и колокольчик, то никто не будет больше обижать котиков. 3, 2, 1, люблю тебя. Паришка Си. Вышло обновление вместе! Чаптер 4! Она пишет своему любимому смс-ки? Да. Обалдеть! Ну все, вместе, готовься! Я тебе сегодня устрою карантинную вечеринку! Ребята! Что? Я вам сегодня расскажу историю, которая произошла со мной в школе с моей мести! Подожди, стой! Это что, она твоя училка? Да! Она моя бывшая учительница! Обалдеть! И в 9 классе случилась история, за которую мне очень стыдно! Я расскажу ее только вам в этой серии! Балди, Балди, пожалуйста, нам очень интересно узнать. Ай, смотрите, надо взять скотч. Короче, и у нас... замотать ей лицо. Нет, нет, не лицо. У нас сегодня унести романтический ужин. С тортиками? Да, сердечки там супер. Наверное, и мы должны испортить ей небольшой праздник. А ну как что? Мы это должны сделать? Балди, тебе нужно взять, ей испортить тортик, другой сделать. Да. Написано, что тебе нужно взять воздушный шарик, скотч и приклеить туда воздушный шарик. Ага, сейчас сделаю. Красненький, да. Бери красненький шарик. О, смотрите, на месте пока приседает. Она худеет, она набрала, она жирная стала на этом карантине. Жрет свои пирожки, как не в себя. Что короче, на самом деле, Балди, мы тоже все жрем на карантине. Я не живу, я худой, лысый, как и был. Конечно, знаем мы, как ты по ночам иногда жрешь. Так, тихо, сейчас мне весь тортик испортите, не шумите. Супер, Балди сделал тортик, я думаю... Сейчас все получится. Так он немножко не похож. Она может догадаться. Блин. Она очень хитрая, моя. Она идет, беги. Ай-яй. Ой, что-то тут не так с этими тортиками. Я делала один, а их тут два. Подожди, мы не прошли. Да. Стой, Балди, что-то не так. Погнали еще раз, я понял. Один нужно убрать. Их две и два слишком много. Она боится обожраться, я понял. Я думаю, нужно еще просто украсить по-настоящему. Мне я кажется... думаю, надо сразу ломиком побалдеть дать, чтобы она вот это не дрыгалась со своими пирожками. У нее новый спортзал появился. Смотри, какой крутой. Крутяцкий. А мы поиграем в него? Побываем там? Не знаю, давай сходим обязательно. Так, бери скотч и отправляемся. Тихо, она идет. Осторожно, чтобы она тебя не поймала. Так, что нам надо? Примотать шарик скотчем к тарелке и потом сверху налить. Балди, осторожно. Она не поймалась! Она в капкан не попала! Ё-моё! Капец! Может быть, она стала сильнее, ребята? А ну попробуй в неё кинуть этой штучкой! Она обычно тормозила! А ну лови ломик! Она поймала ломик! Вы серьезно? Она стала джедаем! Вы видели? Кто не увидел, посмотри! А вот и не поймала! Обалдеть! Ребята, она реально его поймала! Я такой первый раз вижу! Балди, так что там у тебя в школе произошло? Расскажи! Мисти, сопливая ниндзя! В школе случился в 9 классе такой случай. Мне нужны были деньги. Мне нужна была работа. Я пошел работать уборщиком в школе. Мыл полы по вечерам, пока никого в школе не было. Да ладно. Пока ребята не видели, чтобы они меня не засмеяли. Ну я тебя понимаю, да. Но однажды вечером случилось такое. Ребята, я вам расскажу чуть попозже. Сейчас мне нужно тортик сделать. Быстрее бери шарик и клеивай. Балди, ну это ничего здесь такого нет, что ты работал в школе. Ну, мыл ты полы, ну и зато ты молодец, деньги зарабатывал. Ну, с меня бы смеялись другие ребята. И поэтому никто об этом не знал. Так, возьми вот это украсиво, получается, надо его шоколадом залить. Сейчас я залью шоколадом наш тортик. Ой, тортик, говорю, шарик. Так, заливай его шоколадом, да, вот сюда, украшай. Так. И вот эту ты красную присыпочку взял. Именно им надо украсить. Ага, сейчас посыпем, конечно. Ну-ка. О, Леонти, он идеально получился. А какой-то надо убрать. Убирай. Ой, дядь, я сам съем, спасибо, очень вкусно. Ням-ням-ням-ням-ням. Балди, ты же худеешь. Так. Я не худею, я худой. А вот ей надо худеть. Лови тортик. Блин, беги, Балди, она сейчас тебя поймает. Она, короче, не догадалась, что я ее тортиком кинул в нее. Значит, ее тортик там не настоящий. Она что, тупая? Прячься, прячься, Балди. Все, закрывай дверку.
Она уже идет. Сейчас посмотрим, что будет. Не знаю, мне кажется, она на свидание своего дружбана позвала. Дорогой соседушка, кушай тортик, не заляпайся, смотри. Смотрите, капец, шоколад на везде. Это шоколадный фонтан был. От меня, от Балди, мести. За твою то, что ты мне со мной сделала в 9 классе. Слушайте, ребята, продолжение истории. Супер, Балди, ты прошел этот левел. Да. Она хочет загипнотизировать соседа. Она ему приклеила на спину амулет. Подождите, этот амулет, и он теперь будет выполнять все, что она ему скажет. Она его зазомбировала, глянь, у него глаза круглые. Балдит, Балдит, надо срочно спасать его. Я не хочу его спасать, он свинюк. Слушайте, но он же не должен быть загипнотизирован. Ребята, у нас задание написано, нам нужно загипнотизировать Мисти. Короче, давайте загипнотизируем, чтобы она себе ставила только отличные оценки. Балдит, беги! Ай-яй-яй, ловись, рыбка большая, маленькая. Вообще не сработал твой капканище. Тихо, тихо, спокойно, надо убежать от нее, она бежит за мной. Ай-яй-яй-яй. Подожди, тебе надо забрать у него амулет. Так куда она за мной бежать? Я не успею ничего забрать. Быстрее, Балди. На стол. Присядь, присядь. Прячься, тихо, тихо. Она что? Нет, она тебя... Как она тебя увидела за сиденьем? Ё-моё, Валерий, быстрее, Балди. Так, давайте быстрее. Она меня, знаете, как в школе ловила. Так, забирай у него этот... амулет или что это? Этот амулет нужно ей наклеить на спину теперь. Да, но так просто ты же не подойдешь к ним, она тебя не подпустит. Подожди. А если я с замахом? Нет, она тебя поймает, Балди, беги. Значит, так не получится, ребята. Нужно клеить на другую одежду. Может быть, пока она будет купаться, можно приклеить его в ванной? Когда а ну, она... пойдем посмотрим. Разденься, но не сейчас, Балди, убегай. А как ее надо заставить купаться? Ей надо испачкать ее чем? Может быть, я не знаю. Беги пока, она тебя поймает. Тихо, 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 не кричите, у меня уже голова болит. Балди, ну ты реально. Все, она остановилась, спокойно. Много страшно за тебя, мы все переживаем. Я знаю все приколы Мисти, потому что она была моей первой учительницей. О, смотри. Какой ты прикольный. Так, вот она купаться пошла, да? Смотри. Нет, еще не пошла. Тебе нужно еще взять 2 ключа, потому что она амулет прячет в шкатулке. В сундуке? В сундуке, да. И в шкатулке там. Короче, забирай 2 ключа. О, сосед спит, задремал. Мультики смотрит, наверное. А вон она купаться пошла уже, Балди. Она в ванной. Все, можно забрать у нее пиджак. Да, тихо, забрасывай туда амулет. Сейчас клеим. Опля, вау. А, подожди, тихо-тихо-тихо, пока она тебя не заметила. И берем, надо взять еще амулет. Да, вот он, вот это ее. Ну что, заставим управлять кота, да? Где наш котик? Киса, кис-кис-кис. Будешь управлять Мисти? А сосед дрыхнет, сосед нас, короче, не ловит, только Мисти нас ловит. Она его в подвале закрыла, бедненький. Ой, котик. Киса. Мы за тебя отомстим, она тебе еще и пуцала ногами. Вот все, так. Теперь ты ей будешь управлять. Да, теперь делай все, что хочешь с Мисти. Балди, так что случилось с тебя там? Расскажи. Она в 9 классе рассказала всем ребятам, что я мою полы по вечерам. Однажды я задержался после школы, и все ребята пришли в школу. Зачем? Они ночью будут, вечером. Зачем они пришли? Оказывается, было родительское собрание. Что с Мисти? Мяу! Она стала кошкой! Дайте мне сосиску, пожалуйста! Я очень голодная! Капец, ребята, она стала зомбирована кошкой. Да. Круто. Вот засранец этот коронавирус. Сижу дома, жру пончики, надо худеть. Наша Мисти собралась, извините, становиться мисс Вселенная. Такая, видели на плакате? Она сейчас будет мисс Мусорник. Сейчас я и похудею, ребята. Смотрите, что мы сейчас не будем делать. Что? Так, а ты, получается, там говорил, что она на собрание она собрала? Она специально назначила родительское собрание в этот день, когда я задержался, чтобы все ребята пришли вечером и увидели, что я работаю уборщиком, чтобы заработать хотя бы немножко денег на еду. Балди, какая она вредная. Поэтому я ее с этого момента не взлюбил и делаю всякие бяки-каки. Какая Мисти, на тебе, держи! Ловись, рыбка большая и толстая! О, она поймалась! Ловись, рыбка большая и толстая! Она уже не такая супер-ниндзя! Ты, короче, поборола ее супер-ниндзя? Слушай, а как нам, получается, нужно испортить ей... Нам надо поломать ее беговую дорожку! Лаки, давай! Лови, лови! Поймала! Поймала лобик пузом, молодец! Так, нам нужно найти какую-то особенную отверточку. А где наш кот? Уже ушел? Все, мы освободили котика! Ура!
И отверткой ты, Балди, должен ей пойти и сломать тренажер. И сломать ей ногу. Я пойду и отвертку куда-нибудь втыкну. Короче, а где у нас была эта комната, ее спортивная? На втором, по-моему. Тихо-тихо-тихо, Балди, не попадись. Нести будешь отвертку, вкусная, вчерашняя. Может, лучше тортиком? Балди, тортик кидай! Молодец, поймала! Прям лицом! Обожаю, когда она лицом ловит тортик! Быстрее она бежит, Балди! Быстрее! Потому что она жрет эти тортики лицом, поэтому она такая жирная! Все, где-то вот здесь справа, по-моему, был! Нет, дальше! Сюда беги! Еще дальше! 80 спальней, капец! Чаепитие библиотечное! Все, отлично! Так, открываем! Откручиваем, и нам нужно перерезать один провод. Только какой? Давайте выбирать сразу. А то меня сейчас током как звездает. Я не хочу, я боюсь. Какой резать? Давай, там есть схема слева, посмотри. Не умею я ничего смотреть. Где? Вот здесь листик. Speed down, stop. Ну, наверное, ты должен остановить его, чтобы она, короче, расстроилась. Давайте, чтобы типа она не похудела, а осталась толстой. Красный? Все, поехали. Блин, Балди, ты жив? Ты как там? Не очень. Балди, бедняга. Спасибо, мне плохо. Давайте, мы не тот провод разрезали, ребята. Я вас больше слушать не буду, иначе можно с вами тут сдохнуть. Балди, прости. Давай отвинтим это, другой какой-то. Давайте отвинтим ей сразу голову. Балди, осторожно, она идет, аккуратненько. Разве у нее есть такое отверстие, где... Так, все, я, короче, буду резать, которая увеличивает скорость, да? Да, надо, наверное, сделать так, чтобы она похудела так, чтобы больше не захотела. Чтобы ее впечатала в стену, я понял. Так. А какой это был проводок, а ну? Спидах! Желтый! Ура! Все, у меня желтая отвертка, желтый провод. Как я сразу не догадался? Вас послушал, глупый. Мы не знали, Балди. Мы не знали, а у меня глаз дергается теперь после этого. Так, желтый. Желтый надо не пропасть. Подожди, Ланди, красный, зеленый ты разрезал. Я ничего не поняла. Потому что желтый был неправильный. Это все фейковая инструкция. Я вам говорил, никогда их не считайте. Ой, сейчас как похудею. Буду самой красивой и стройной. Давай. Быстрее надо бежать, быстрее. Ой, кнопочка не нажимается. Так, мне кажется, я уже похудела. Пора пойти пожрать. Балди, ты смог. Хорошо. Солнышки, не забывайте подписываться на наш новый канал. Валеришка Фэмили, где мы раем челленджи. Валеришка Макс. Где наша собачка, говорят, компьютерные игры. Не забывайте, солнышки, карантин. Сидите дома и одевайте маски. Мы вас очень любим. Всем пока-пока.